Так, все, фух, достал. О, кстати, друзья, всем привет. На нашу деревню теперь знаете, кто напал? Пчелы. Да, вот гигантские мутанты пчелы, это просто ад. Ну, сейчас я вам, короче, все покажу. Так, ну что ж, давайте пошли. Сейчас я дверь, значит, открою. Так, аккуратно. Аккуратно, где эти пчелы? Так, медь в руки. Аккуратно, аккуратно, друзья, надо сейчас быть. Так. Сзади все чисто. Так, проходим. Так. Вон она, там пчела, вон, видите? Вон она, там дрянь летает. Так, аккуратно, так. Я, кстати, яблочки, друзья, не взял. Ай, ладно, плевать, на тебе. Ай, ай, черт, смотри, друзья. Ай, кровавые у них глаза какие-то. Это пчела-мутант. Ай, так, спокойно, спокойно, офигеть. Вас что так много столпилось-то? А, нет, нет, друзья. А, фух, я здесь заспавнился. Фух, повезло, друзья. Так, ладно, выходим. Офигеть. Ай, черт. А, здесь еще все лагает, друзья. Черт, офигеть. Они, смотрите, они сюда мед все поставили. Вы че, тупые пчелы? На-на-на. Только не здесь. Не здесь, меня не убивайте, не надо. Нет. А, черт, друзья. Ай, они опять залетают. Все, надо уходить, надо уходить. Черт, друзья, да я здесь спавню, значит, и эти пчелы залетают, просто надо закрыть как-то дверь. Закройся, закройся дверь, закройся, пожалуйста. Черт, друзья. Фух, я уже устал, устал, устал. Опять началось. А, не, так, тихо, в угол, забиваемся, наверх, наверх. Фух, так, спокойно, спокойно, друзья, надо сейчас быть. Главное, черт, а нет, пчелы залетают, залетают сюда, нет. А, черт, фух, черт, друзья, так закроем. Закрыли дверь, все, ну все, пчелка моя, ну привет. На тебе, на, сдохни, сдохни здесь, пчелка. Сдохни. Фух, друзья, все, я одолел. С нее он какая-то фигня выпала, поэтому нет, не надо. Короче, друзья, сейчас я знаю, что сделать. Нам надо так, в подвал к мэру. Да, друзья, после того, как пчелы вот атаковали, все жители эвакуировались, ну, как это, как всегда. И я вот остался один, знаете, спасать деревню. Так, ну ладно, сейчас надо взять яблочки. Так, не в тот сундук. Так, друзья, я здесь не буду даже смотреть, потому что там нету. Здесь тем более. Так, знаете, друзья, да, все правильно. Так, значит, вот этот вот мед выпал, там соты. Это нас, друзья, не интересует. Так, золотое яблочко. Фух, все. Так, мне все дало, что надо. Ну чё, пошлите, друзья. Сейчас, значит, вырубим этих пчел. Так. Так, спокойно, спокойно. Так, кстати, друзья, сейчас. Всё, так, спокойно, уходим. Смотрите, друзья, они всю деревню превратили не знаю во что. Смотрите, друзья, я только подхожу к одной пчелке, и здесь, смотрите, на меня, знаете, толпа сейчас набрасывается, реально, друзья. А, нет, надо текать, надо текать. А, черт, друзья, ай, как лагают, они еще мне... Черт, друзья, ай, ай, так, сгинь, сгинь, пожалуйста, сгинь, не трогай меня, не трогай, стой, все, отстань, отстань, я вас сейчас всех убью, вы че, черт, друзья, да, они достали меня уже убивать, надо дверь еще как-то закрыть, так, я вас сейчас всех по одному, подходите, подходите. Вы видели? Я их просто убивал, меня даже не могли тронуть, офигеть. Сколько их уже здесь? Здесь уже миллиард, миллионы, наверное. Я их сейчас, друзья, перебью. Я уже не знаю, сколько пчел здесь, наверное, грохнул. Да, вниз, 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 надо вниз. Так, вниз, да. Черт, я знаю, друзья, как попасть, как спастись. Отстаньте от меня уже, да. Черт, друзья, да здесь не туда и не сюда. Так, надо как-то сюда проникнуть. Ой, так, я не знаю, как вам там смотрится, но мне здесь вообще марно, черт, офигеть, я уже здесь столько пчел перебил, они... Так, отстаньте, отстаньте, где моя свобода, черт, пчелы тупые, отстань, отстаньте от меня, я закрыл дверь, все, наконец-то, так, спокойно. Нет, не надо, черт, все, я с этими пчелами остался, надо здесь их всех добить, сдохни. Сдохни и ты. Так, ну чё, на меня, да, нарываешься, да? На тебе, да? Я на вас нарываюсь. Чё, давайте, покажите всю свою мощь. Давай, о, слабаки. Чё закружилась эта тупая пчела? Сдохни. Фух, друзья, всё, я не знаю, сколько мы уже здесь перебили пчел, значит. Так, давайте вот так посмотрим. Так, ну там я, как вижу, никого нет, все хорошо. Так, где здесь мои яблочки вообще? Так, мед нет, вот золотое. Фух, все, друзья, я полон силы и готов им навалять. Да, если они меня не убьют в этот момент.
Я даже не знаю, как они это вообще успели. Мед он повсюду, смотрите, друзья, наложить. Еще тем более вон пчелы, не знаю, какие-то гигантские, великанские. Мне кажется, друзья, что это еще не конец. Эти пчелы еще сюда придут. Поэтому надо, друзья, еще вот сейчас пчел всех убить. И мед повсюду снять и куда-нибудь подальше отложить от деревни. А то они опять смогут сюда прилететь. Так. Так, последний раз я помню, я, значит, был там, они меня там все покрошили. Так, вот здесь они меня, друзья, значит, убили. Значит, здесь должны быть пчелы. Так, вижу одну. Вижу одну сейчас. Если я одну ударю, то они все здесь появятся в око. Так, там никого нету, значит. Так, пчелка, пчелка моя, иди сюда. Так, ты где? Ау! Вот черт, друзья, вот взяла и пчела улетела. Надеюсь, она не пойдет рассказывать там своим, что ли, друзьям, а то потом мне вообще попадет. Вон, вот она. Эй, пчелка моя, стоять. Студентче сказал, иди сюда, давай разберемся, разберемся. Ай, ай, все, 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 спокойно, все, ударь. Ай, откуда вторая улетела? Я же говорю, друзья, видите, эти дряни повсюду здесь. Так, на тебе в морду, так, так, так. Не подходи, пчела-мутант, откуда вы вообще взялись? Так, сдохни. Сдохни! Так, спокойно, спокойно, давай поговорим по-нормальному. Пчела неразумная еще нашлась здесь. Так, друзья, ну что ж, они меня опять убили, эти пчелы неразумные. Вон там летает, значит, я он увидел. Здесь все где-то, ага, вон она летает, да и здесь все летает. Так, аккуратно, аккуратно, пчелы, я не хочу никаких проблем. Фух, друзья, ну короче, осталось их еще чуть-чуть, и все, я добью здесь всех. Еще вот, смотрите, мед повсюду убирать. Да, ну и пчелы на портателе. Ай, ай, я же пошутил, я же вас не трогал. За что вы меня так жалите-то, уроды, пчелы? Черт, друзья, все, это просто уродство. Вот они уроды настоящие. Я даже не знаю, откуда они создались такие. Черт, вот монстры реально. Так, вот это вообще, вот это называется эволюция пчел. Фух, в следующий раз надо подальше куда-нибудь убивать там пчел или сажать, или ухаживать за пчелами, чтобы они нас в следующий раз так сильно не атаковали. Всем пока, друзья! Черт, офигеть, на меня уже он пчела налетает. Вот ты тупая пчела. Фух, ладно, сейчас я пойду со всеми вот этими уже разберусь пчелами. Их здесь осталось где-то 5, 4 штуки, и все, я. Как всегда, спасу эту деревню. И надо еще мед здесь прибрать. Но я мед не буду убирать, пусть эти жители будут делать, что я и пчел буду убивать, значит, и мед убирать. Не, как-то это не годится. Ну ладно. Всем удачи, всем пока.